надежде, что нам будет помощь с мыши в понимании текстов, и что наши усилия в духовном плане, они принесут пользу всем, не только нам, но и нашим окружающим, и близким, и чтобы все были здоровы, и мы, и нам близкие люди, и все-все замечательные, прекрасные люди во всех странах. Теперь мы с вами... Я планировал закончить сегодня книгу Шуфтим, посмотреть последние главы книги Судей и перейти к книге Шмуэля. Я сейчас выведу на экран то, что нам нужно, то, что нам понадобится, и мы с вами постараемся продвинуться по тексту. Да? Вот, мы остановились на 19 главе. Мы помним историю о человеке. Напомню, что время этих рассказов, которые у нас в конце эпохи судей, в конце книги Судей, они на самом деле в начале эпохи Судей, после смерти Иошуа, до правления Отниэля бен Кназа или в начале его правления. И истории, которые свидетельствуют, во-первых, о непонимании, что есть служение Всевышнему, и второе, о падении морально-нравственного уровня и даже утраты понимания каких-то ценностей моральных. Говорят, что есть два момента отрицательных. Один момент – это ложь. Да? Когда человек знает, как правильно, но он обманывает и делает неправильно, обманывает и себя, обманывает и других, но он знает какую-то правильную линию, у него приоритеты, ценности все-таки как-то у него выстроены, он их не придерживается, это ложь. А есть уровень нечистоты, когда человек утратил полностью правильные представления и о Всевышнем и о морально-нравственном плане. То, что представляется и справедливо представляется нам ужасным, для него представляется допустимым, а иногда и нормой поведения. Это нечистота. И вот с такой нечистотой представления мы встречаемся в нашем рассказе о наложнице в Гева, я бы сказал, самом тяжелом рассказе во всем Танахе, во всех пророческих книгах. Мы не знаем еще всех подробностей, но можно представить себе, что перед нами ужасная история, связанная с непониманием на всех уровнях, от самых простых людей до тех людей, которые должны были быть руководителями, наставниками народа, непонимание того, ни как людям следует себя вести, ни где пропорции суда и милости, ни того, как следует управлять страной, всеми коленами. Все это либо осталось непонятым, либо очень быстро утрачено. Мы можем спросить себя, как люди так быстро после пустыни, где была дарована Тора с горы Синай, где они жили под руководством и наставлением Моше, как они так быстро спустились до такого непонимания морально-нравственных ценностей. И можно представить себе, что у нас, по всей видимости, не совсем верное представление об уровне людей. В пустыне была большая помощь Всевышнего. Мы знаем, что происходили чудеса. Мы знаем, что постоянно над Мишканом, над переносным храмом стоял столб облака, указывающий на божественное присутствие. И мы знаем, что люди в пустыне питались маном, а ман, он сам по себе очищал человека
как бы изнутри устранял его дурное желание, привязывал его к духовному миру. Видимо, когда это влияние, которое оно осталось все-таки внешним, не дошло до глубин души, не успело воспитать людей, проникнуть в самую их душу и сделать так, чтобы моральный уровень стал их природой просто человеческой. И вот когда пропал ман, когда пропало такое божественное присутствие, которое влияло на всех, колена рассеялись, каждый по своему делу, мешкан в Шило остался стоять почти покинутый, мало кто туда приходит, нету божественной помощи, и сразу многое-многое рушится, человеческий уровень падает и рушится. У кого он превращается в дурное желание, которое люди либо не могут, либо не хотят преодолеть? У кого он превращается в такое непонимание моральных пластов? Вот с этим всем мы сталкиваемся. Давайте посмотрим, что происходит в Гива, где человек остановился со своей наложницей. Наложница, которая не должна была бы ничем отличаться от жены. Мы видим, что он и посетил дом отца этой женщины, и был там прекрасно принят, и отец проводил их в дорогу с хорошими напутствиями, с хорошими благословениями. И вот они ночуют в городе Гива. Мы помним, что они располагаются на улице, потому что никто, в общем-то, их не принимает. И вот один человек забирает их в дом. Этот человек сам не из Гива, не из Гева Бениамин, дело происходит в колене Бениамина, он с горы Ефраима. То есть он несколько отличается от жителей города. Да, и теперь мы смотрим, что происходит. Да? Вот, и привел его в дом свой, и намешал корма ослам, и те люди омыли ноги свои, и ели, и пили. То есть все как бы по законам гостеприимства, они веселились, а люди города, негодяи, окружили дом, стучались в двери, и сказали они этому человеку, то есть старому хозяину дома, так, выведи того человека, который вошел в дом твой, и мы познаем его. То есть просто история с дома, нечто ужасное. Остается у нас надежда, и, в общем-то, справедливая надежда, что это далеко не все люди. Есть группа довольно большая, проживающая в этом городе, но, и как мы понимаем, что нельзя этим себя успокоить, потому что ответственность за порядок в городе лежит на всех жителях города, на руководителях города, на тех людях, которые, по крайней мере, должны мы были быть руководителями города, на них же лежит ответственность. И вот эта картина безнаказанности таких людей, она сама по себе очень тяжелая. Мы знаем, что сыновья Израиля, войдя в землю Израиля, заключили союз, что за каждое преступление, совершенное на их глазах, они несут ответственность такую же, как будто они сами совершили это преступление. И тем более, если они могли остановить это преступление, их ответственность еще больше. Те, кто имеет в своих руках власть и не остановил преступление, он также как будто совершил это преступление. И на самом деле не как будто, а ведь действительно, когда на твоих глазах что-то происходит ужасное, ты можешь остановить это, не останавливаешь, ответственность, в общем-то, большая. «И вышел к ним тот человек, хозяин дома, и сказал им, нет, братья мои, прошу, не делайте зла, раз вошел человек этот в дом мой, не делайте этой мерзости, вот моя дочь девица и ее наложница,
и его наложницы, пожалуй, выведу я их, и обесчестите их, и делайте с ними что вам угодно, а человеком этому не делайте этой мерзости. Вот мы здесь с вами видим то, о чем что я пытался сказать. Это тума, нечистота, может быть, даже при хороших намерениях непонимание того, что такое хорошо и что такое плохо. Мы здесь видим людей, безусловно, видим человека, у которого, может быть, есть целый ряд хороших черт, и чему-то ему научили законом гостеприимства, и тому, что нужно позаботиться о человеке, который остался на улице, может быть, ему этого научили, но то, что не спасают одного человека за счет другого, не выдают одного человека на убийство для того, чтобы спасти даже целую группу людей, а иногда это нельзя сделать даже для того, чтобы спасти весь город, а насилие над женщиной приравнивается к убийству, да, мы видим, что он этого всего не понимает, у него этого нету в голове, не присутствует в его арсенале моральных ценностей, это не присутствует для него. Женщина скорее похожа на имущество, чем на какое-то живое существо, так скажем, условно, да, чтобы никому не было обидно, с которым надо считаться. Да. Имущество. Но не хотели люди эти слушать его, и взял человек тот наложницу свою и вывел ее к ним наружу, для того, чтобы показать, какая красивая женщина, какая достойная для них добыча, замена тому, что они хотели совершить. То же самое, да, мы видим и предательство по отношению к человеку, с которым ты живешь, по отношению к женщине, которой ты живешь, и бесчувственность, все это здесь проявляется в самой ужасной форме. И они познали и издевались над ней всю ночь, и отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина перед утром, упала у входа в дом того человека, у которого был господин, ее лежала до рассвета. И в доме все спали, успокоились, ничего необычного не произошло, и даже не слышали шума у двери, когда она подошла, и когда она упала, и у нее не было сил кричать, и некуда ей было идти для того, чтобы ей оказали помощь, дали ей выпить воды. Да? То есть в доме все спокойно спят. И встал господин ее поутру, проснулся, наверное, потянулся сладко, да, и отворил двери дома, и вошел, чтобы идти, и вышел, чтобы идти в путь свой. Да. Он собирается выходить, да. Объявится на утром, хорошо, но не объявится, так он продолжит свой путь дальше. Мало ли какие бывают пропажи в дороге. Может быть, осел потерялся, может быть, какой-то тюк где забыли. Ну, ничего. Также и женщина, с которой у нее есть отношения много лет, вот, ну, пропала и пропала. Можно идти дальше, да. И вот наложница его лежит у входа в дом, и руки ее на пороге, да. И сказал он ей: «Вставай и пойдем», да. Вот. Не вставай, попей, не вставай, поешь, вставай и пойдем. Да? То есть мы еще раз видим полное отсутствие качеств, которые должны быть у сыновей Израиля. Качества мы знаем, что Вышаним, Рахманим, Гумна и Хасадим, да, что они стыдливы,
они милостивы, и они оказывают милость. Это те свойства, которые отличаются навеи Израиля. Пришел царь, кому принадлежит это высказывание? Царю Давиду, который сказал, что люди, у которых нету этих качеств, они вообще не принадлежат еврейскому народу. Не может быть, чтобы у человека не было этих качеств, и он был, принадлежал еврейскому народу. Давид это установил в качестве галахи, которой он пользовался. Он, когда видел людей с отрицательными качествами, и, может быть, мы придем к этой истории в дальнейшем, он мог объявить этого человека не принадлежащим еврейскому народу. А здесь мы видим какую-то полную деградацию внутреннего мира, его чувствительности человека, сострадания, да, скромный. Какая же тут скромность? Да? Милость. Какая тут милость? Да? Оказание помощи. Где же здесь оказание помощи? Нету этого ничего. Да? И нам только остается удивляться, насколько быстро эти качества были истреблены, пускай у небольшого числа людей, пускай далеко не все были такими людьми. Но мы с вами знаем, что если есть такие люди, то это само по себе указывает на проблемы, которые существуют во всем народе. Да? Есть такое правило комментирования Торы, что если есть что-то, какой-то, мы учим что-то новое вышло из общего, то это указывает не только на само это новое, это указывает и на все общее. То есть если есть, скажем, какой-то объект, который выделяется из других объектов, но он до недавнего времени принадлежал этим объектам, то указывает его, скажем, выделенность, его черты указывает на то, что у объектов, которые как бы остались в общем, из которого он вышел, у них тоже есть эти черты, этот потенциал. Да? То есть это ужасный совершенно момент. Я думаю, что вывод, который здесь нужно сделать, да, что человек не может быть хорошим без Бога. Да? Особенно сыновья Израиля, душа которых устроена таким образом, что у них есть, скажем, да, особо сильная, прямая, непосредственная связь с источником жизни. И когда она нарушается, то как это часто бывает, да, она превращается в свою противоположность. Да. Может быть, да, и, скорее всего, для окружающих народов то, что мы видим, это представляло собой норму отношения к женщине, да, жестокость. Все это было нормой. Да? Скажем, мы из книги Иезекииля мы узнаем, что среди окружающих народов было нормой, когда родившегося ребенка, особенно девочку, если она была не нужна, ее могли просто бросить на дороге. Не нужна, это имущество. Да? Ну, думали, может быть, мальчик родится, девочку взяли, бросили, или по какой-то другой причине. Да? Вот у Хескеля, да, описывается хорошо, ее путник подобрал и выходил. А так бы она просто погибла, потому что выбросили родители. Мы понимаем, что древний мир был очень жестоким по тем понятиям, не просто как бы на вот жестокость по, даже по необходимости,
да, а даже жестокость по понятиям, по образу жизни, по привычкам, он был очень жестоким. Но какое же это имеет к нам отношение? Да? Как народ, который говорил с Богом у горы Синай, мог докатиться до такого уровня? Да? И вот, скажем, да, еще раз, да, что вывод, да, что невозможно, чтобы мы жили в отрыве от божественного, присутствия. Да? Если мы живем в земле Израиля, мы должны понимать ее святость, и мы должны говорить благословение с полной отдачей на плоды, которые есть в земле Израиля, потому что они сами по себе, как бы, как мы с вами, может быть, говорили, улучшают человека. Они похожи на тот ман, который выпадал в пустыне, плоды земли Израиля. Но только что, если ман просто помогал, то здесь нам требуются усилия. Мы должны подумать о том, что мы живем в атмосфере святости. Нам совершенно необходим храм. Мы должны быть обязательно привязаны к божественному присутствию, божественному свету. Если нет храма, то наша молитва, которая хотя бы частично заменяет жертвоприношение, она должна быть проникновенной, возвышенной. В противном случае есть опасность, я не говорю, что это обязательно должно произойти 100% с каждым, но есть большая опасность, то, что моральный уровень не то что утрачивается, да, он просто теряется понятие о морали. И это, конечно, очень-очень больно, и это, наверное, самая болезненная вот такая история в Танахе. Да. Теперь что происходит дальше? Да? «И положил ее на осла, и встал тот человек, и пошел в свое место, и пришел он в дом свой, и взял он нож, и взял наложницу свою, разрезал ее по частям, и он на 12 кусков». Мы опять же видим некоторую такую тупость душевную. Да? Он разрезает человека на куски. Да? «И послал это во все пределы Израиля». Да? Тума, нечистота. Он понимает то, что так нельзя делать, как поступили с его наложницей. Он обиделся. Он считает, что жители Гева, они просто достойны осуждения, по крайней мере. Следует сделать что-то против них. Он не понимает, что он сам находится на их же уровне моральном и на их же уровне сознания. Да? «И было всякий, увидевший это, говорил: не бывало и не видано было подобного этого сегодня, со дня исхода снов Израиля из земли египетской до сего дня. Да? Подумайте над этим, посоветуйтесь и скажите, что делать». Колено, главы колен, да, получают эти части тела с рассказом, посыльные приходят с этими частями тела в каждое колено, рассказывают о том, что произошло, и ни одно из колен не говорит: ну, ладно, да, как-нибудь обойдется. Ну, есть там группа негодяев. Какое наше дело? Нет, все потрясены, потому что в этом плане все-таки есть представление, что у всех сыновей Израиля должен быть какой-то, ну, скажем, какие-то должны быть морально-нравственные нормы, элементарные. Да? А здесь все уже куда-то зашкалило, вышло за все пределы, все рамки сломаны, и все думают, как поступить и что с этим сделать. Все потрясены, да, тем, что произошло. Вот. Смотрим дальше. Да.
И вышли все сыновья Израиля, и собрали сообщина, как один человек от Дана до Бейершебы и земли Гилатской к Богу в Мицпе. Да. То, что здесь стоит обратить внимание, здесь от Дана до Бейершебы. Мы знаем, что город, который захватил колено Дана на севере, назывался Лаиш. И мы сейчас говорим о начале эпохи Судей, и колено Дана еще там не находится. Этот город должен был называться Лаиш. Но в Торе в этих случаях всегда употребляется, в Торе, в пророках, всегда употребляется последнее название. То есть мы с вами, как живем в более позднее время, говорим о более раннем времени, но для того, чтобы не запутать всех и не перепутать уже окончательно, как бы и не называть города теми именами, которые у них были в тот период, о котором мы рассказываем, да, то называют город самым поздним его именем. Да, и поэтому Дан, который тогда еще не назывался Дан, здесь в книге, которую записывал пророк Шмуэль, он, Лаиш, назван Даном. Да. Вот, и явились главы всего народа, всех колен Израиля, да, вот, и вызывают этого человека, и он рассказывает, и отвечал тот человек, тот левит, муж той убитой женщины, и сказал: «В Геву Беньяминову пришел я с наложницей моей ночевать, и встали на меня жители Гивы и окружили ночью тот дом, где я был, меня намеревались убить, а наложницу они замучили, и она умерла». Мы понимаем, что его рассказ немножко передернут, не совсем соответствует действительности. Он не говорит о том, что он вывел сам к ним, вывел сам к ним наложницу. Наложницу, женщину свою, жену фактически он вывел к этим людям сам. Да? Он говорит, что ему угрожали смертью, и можно представить себе, что силы у него отняли наложницу. О том, что он в какой-то степени является соучастником этого преступления, да, он не говорит. Да? Вот, и взял я наложницу, и разрезал ее, послал ее по всей стране. Да. Вот, и вот все вы, сыны Израиля, советуйтесь и примите решение здесь. Да. И встал весь народ, как один человек, сказав: никто не уйдет в шатер свой, не вернется никто в дом свой. Да, а вот теперь, что мы сделаем с Гевою? Да, выйдем на нее по жребию. То есть соберем войска, не все, может быть, выйдут на войну, но часть народа по жребию выйдет на войну против Гевы, что в приходе в Геву Беньяминову поступить с ней по мере той мерзостью, которую они сделали в Израиле. И собрали все израильтяне против города, объединившись как один человек. Мы видим здесь недостаточность, как бы, да, недостатки сыновей Израиля. Да. В принципе, народ не может существовать без четкого совершенно порядка суда. Мы помним с вами, что Моше первое, что он сделал на стоянке в Маре, он стал учить народ законом общежития, взаимоотношению между людьми, ответственности за свои поступки, если кто-то украл, нанес увечья другому, да, это первое то, что Моше стал делать. Да, и мы помним, что перед дарованием Торы он разбил народ на десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч. Во главе каждой группы был поставлен человек, который фактически был судьёю. Здесь мы чувствуем, что суд в Израиле отсутствует. Эта система, которая должна была бы четко существовать, она работает только в военном плане. Да? Вот этих и этих мы выделим, бросим жребий, кто пойдет на войну, это работает. Да? А опыта суда нету. Как же можно было
выслушать одного человека, который ведет себя, в общем-то, странно, да, разрезал женщину на части, да, вот мы посмотрели на сыновей Израиля, которые стоят там в Мицпе, и спросили бы у них, кто из вас бы разрезал женщину на части и послал бы ее части во все колена? Нет, никто бы это не сделали. Как же вы слушаете этого человека? Не выясняете обстоятельства, верите ему с первого слова. У вас, по крайней мере, есть еще один свидетель. Это тот человек, который живет в Геба Беньямина. Пригласите его, достаньте его каким-то образом. Он же не арестованный, он сможет выйти из Геба. Пусть он расскажет этот рассказ, сравните свидетельские показания. Да. Подумайте, да, подумайте о том, как поступить. Да. Подумайте, как поступить. Нет, они принимают рассказ этого человека безапелляционно, как бы, или без всяких сомнений, лучше сказать, да, и это свидетельствует о том, что нету в Израиле системы суда. И та картина, которую мы с вами видели в Геба Беньямина, она, в общем-то, не случайно. Да, это какой-то предел, да, это какой-то выброс, да, да, это самые негодяйства и самые злодеи, которые, в общем-то, бывают всегда, во все эпохи. Но да, мы видим, что система суда отсутствует во всех коленах. Система справедливого, четкого суда по законам Торы, она отсутствует, да, и послали колено Израилева людей во все семейства Беньямина сказать, что это за злодейство, которое совершено было у вас, а теперь выдайте этих людей, негодяев, которые в Геба, имею увертвим их и искореним зло в Израиле, фактически на основании свидетельства одного человека. Что это такое? Да? Без суда и следствия они хотят расправиться над людьми, да, но сыны Беньямина не хотели слушать голоса братьев своих, сынов Израиля. Вот. Почему они не хотели слушать их слов? Они вообще не понимали, что происходит. Да. Каждое колено, оно на тот момент было самостоятельным. Очень самостоятельным, обладал собственным самоуправлением. Мы видим, что колена объединялись только в эпоху судей, колена объединялись только для войны, как мы можем представить себе суд, какой бы он ни был там, да, мы видим, что не было развитой системы суда, да, но какой бы он ни был, он был прерогативой каждого колена. Да, в каждом колене был свой глава, который решал важнейшие вопросы. Да, вот, и это было очень важно для каждого колена. Вот, и мы понимаем, нужно представлять себе, что колено в Египте, да, фактически с какой-то точки зрения были просто разными народами. Да? Они жили на большом расстоянии друг от друга, они находились в разных условиях. Египетское рабство, мы представляем, что все их таскали кирпичи и обжигали кирпичи и таскали камни. Это было совершенно не так. Да? Все колена исполняли разную работу. Кто-то таскал камни, а кто-то нет. Кто-то был воинами фараона, кто-то был на кораблях, гребцами на кораблях фараона, жили совершенно разной жизнью, мало общались друг с другом, были свои понятия, и так они вышли из Египта. И мы видели с вами потом, на протяжении всей эпохи судей, что колено обижались друг на друга, у каждого была своя гордость, гордыня, у каждого была своя такая, как бы,
национальная гордость. Каждый колен понимал себя в каком-то смысле как отдельный народ, уж по крайней мере какое-то племя. Возникали столкновения, которые войны междоусобные редко, но это было, которые приводили к десяткам тысяч убитых. И мы понимаем реакцию колена Бениамина. Они говорят, что это от нас хотят? Мы разберемся, мы будем судить этих людей, мы их найдем, мы будем судить, мы вообще выясним обстоятельства, мы поймем, виноваты ли они. Мы сейчас ничего не знаем в данный момент, заслуживают они смертной казни или какого-то другого наказания. Что от нас хотят? Говорят, выдайте нам этих людей без суда и следствия. А вообще, на самом деле, до конца мы не понимаем, каких это таких людей. Может, они хотят всю Геба Бениамина, сыновья Израиля, поступить с ней, как с городом, который, как в Торе описан закон, город, который отошел от законов Торы, что он уничтожается полностью. Мы знаем, что таких городов не было никогда, но, тем не менее, этот закон в Торе описан, и пойди знай, говорят сыновья Бениамина, может быть, они сейчас все хотят Геву уничтожить. Но сыновья не хотели слушать голоса братьев своих, сынов Израиля, и собрались сыны Бениамину из городов Геву, чтобы выступить войной против сыновей Израиля. Они пришли защитить Геву, полагая, что сыновья Израиля уничтожат все население Гевы сейчас, без суда и следствия. И насчитывалось в тот день сынов Бениамина из городов 26 тысяч человек, обнажающих меч. Кроме того, и жители Гебы насчитывают 700 человек отборных и так далее. Да. Вот. Говорится, что сыновья Бениамина были левши, такая у них была особенность, и они очень метко бросали камни из пращи, что в древнем мире, как мы понимаем, было особым отдельным искусством. Здесь, может быть, говорится несколько о свойствах колена Бениамина. Не столько важно, что они были левши и бросали камень левой рукой, как важно то, что у них было... мы понимаем, что физические свойства очень часто, если не всегда, то очень часто отражают свойства духовные, отражают характер людей, да. И вот мы представляем, что левая часть — это в отличие от правой, если правая сторона, она указывает на милость, то левая часть — это строгость, это непреклонность, упрямство такое. Ну, а вот мы представляем себе, что в тексте говорится, что они были левши, для того, чтобы мы поняли, что колено Бениамина по своей природе было очень упрямым. Отец, как мы помним, Яаков назвал Бениамина Бен-Ямин, то, что значит буквально «сын правый». Бен-Ямин – сын правый, правой стороны. В переносном значении это сын силы, мощи моей. Но в данном случае мы можем понять, что Яаков таким пророческим или пророческим взглядом видел свойства Бениамина. Это свойство как раз упрямство, строгость, непреклонность. И он хотел компенсировать это свойство милостью, который необходимо, чтобы она появилась у него, мягкостью, готовностью разговаривать, идти на уступки. И поэтому назвал Бен-Ямин сын правой стороны, сын милости, сын уступчивости, можно сказать, там сын мягкости. Да? Но мы видим, что это не совсем помогло. Это свойство левши, да, оно указывает, не случайно о нем говорится, люди непреклонные, упрямые. Да? Нельзя сказать, что они совершенно неправы, как мы с вами сказали. Да? Хотя мы видим, что такое восприятие очень эмоциональное происходящего. Да? Колено говорят,
«О, что это такое произошло? Надо всех наказать!» Бениамин говорит, да, «Нет, извините, да, мы будем защищаться, но ни те, ни другие не могут выйти на уровень диалога и поговорить, и выяснить на самом деле, что одни хотят, что другие хотят, какие позиции одного, какие позиции другого, полное взаимонепонимание, которое является виною и той, и другой стороны, и колен, и Вениамина. И встали сыны Израиля поутру и расположились в станам у Геба, да, и выступили на войну против Вениамина, вот, встали в боевой порядок, а сыны Вениамина вышли из Гебы, да, и повергли на землю в тот день из Израиля 22 тысячи человек. Сыновья Вениамина побеждают, да, вот, и... Обрати внимание, что не сказано, чтобы они преследовали и гнали. Сыновья Вениамина не стали преследовать убегающих, и не стали их бить и перебивать, как это было в войнах в древнем мире, для того, чтобы истребить живую силу противника, потому что это самое главное, тогда он не сможет больше продолжать войну, не сможет больше нападать, а они не стали это делать. Вот. И погибло 22 тысячи человек, это очень много, хотя в сражениях, мы видим, погибали и больше, но тем не менее. Но самое главное, они не стали преследовать, да, потому что надеялись, что их решительность и их проявленная смелость и храбрость, она остановит сыновей Израиля. Они не будут продолжать начатую войну. Но оказалось не совсем так. И собрался с силами народ Израиля, опять выстроились в боевой порядок на том месте, на котором они строились в первый день, и взошли сыновей Израиля и плакали перед Господом до вечера, да, и вопрошали Бога, говоря, выступит ли мне опять сражение с сынами Вениамина, брата моего. Мы представляем себе, что сыновья Израиля пришли в Мишкан, отправили делегацию, может быть, очень многочисленную в Шило, там принесли жертвы, и там обратились к первосвященнику с вопросом, как мы знаем, нагрудник первосвященника, на котором были драгоценные камни, на которых были написаны имена сыновей Израиля, этот нагрудник светился и давал ответ, если первосвященник обращался с молитвой ко Всевышнему, просил у него ответа, конкретного ответа на какую-то конкретную ситуацию. И здесь сыновья Израиля пришли для того, чтобы спросить Урим и Тумим, то есть нагрудник первосвященника или первосвященника, чтобы он при помощи нагрудника дал им ответ. Мы видим с вами, что нету пророка в Израиле. К Урим и Тумим обращаются только в том случае, к нагруднику, обращаются только в том случае, когда нету пророка, когда есть сильный пророк, нет необходимости в нагруднике первосвященника. Всевышний отошел от сыновей Израиля. После смерти Иошуа нету никого равного Иошуа, который был сильнейшим пророком, кроме того, что он был мудрецом Торы и воином, он был сильнейшим пророком, за все эти годы никого не возник, но Отниэль бен Кназ, мудрец Торы, но, как мы видим, он не обладает ни достаточной властью, чтобы управлять ситуацией, и до сих пор он не признан как абсолютный, скажем, глава народа. Сыновья Израиля идут в Мишкан для того, чтобы спросить у первосвященника. Да. И сказал Бог, выступайте против него. Ответ, который был получен свыше, как пророческое повеление, это продолжать войну с Вениамином. Да. Нужно понимать, что
и любое пророчество. И особенно ответ через нагрудник первосвященника требует понимания. Тебе дается какая-то общая канва, общая посылка, а ты должен понять, что ты должен делать. Продолжать воевать против Бениамина – это не обязательно истребить все колено Бениамина, до, как бы воевать до победного конца. Может быть, даже, скажем, да, не выходить против него в сражение, выстроить войска, угрожать ему и заставить его выйти на переговоры. Может быть, это. То есть дальше этот ответ, выступать против него, следует понять, что войско не следует распускать и следует оказывать давление на Бениамина, возможно, и выйти с ним в сражение. Но никому не было сказано, что колено Бениамина следует истребить. И поступили сыновья Израиля, к сыновьям Бениамина во второй день, но вышел Бениамин против них из Гебы во второй день, и повергли они на землю еще 18 тысяч человек из сыновей Израиля. Бениамин снова одерживает победу, на их решимость, их озлобленность. И мы знаем, что в сражениях в древнем мире не всегда численность имела решающее значение. Тактика, умение, умелость воинов. Как мы знаем, можем вспомнить с вами, что хашмонаи побеждали всегда малым числом, и их тактика была пробиться к ставке противника, к там, где находится командование, там, где находится царь или главнокомандующий, и разгромить ставку и убить главнокомандующего. Это решало исход сражения, и хашмонаи неоднократно побеждали, несколько раз побеждали благодаря такой тактике. То есть малыми силами можно обратить противника в бегство, и это то, что сделали сыновья Бениамина еще раз. Вот. И тогда все Израиль, весь народ пришли в Бейтель и плакали, и сидели там перед Богом, да, и постились тот день до вечера, и вознесли всесожжения, мирные жертвы перед Богом. Это все происходит в Шило, они отправляют туда посланников, потому что принесение жертвы, когда стоит мешкан в Шило, и там стоит ковчег Союза, принесение жертв в любом другом месте запрещено. Значит, жертвы приносят посланники. Да. И еще раз обращались... вот, а там был в те дни ковчег Завета Всевышнего, и Пинхас, сын Элиазар, сын Аарона, предстоял в те дни перед ним, и сказали, выходить ли мне опять на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или оставить мне это. И сказал Бог, выходите, ибо завтра предам я его в руку твою. Да? Вопрос всегда задается, почему, несмотря на ответ первосвященника или нагрудника первосвященника, или вот такого пророчества, которое дается через нагрудник первосвященника, почему сыновья Израиля все-таки потерпели поражение? Говорится о том, что они также не находились на достаточно высоком моральном уровне, и, а главное, в их среде было идолопоклонство. Да? Если они жили бок о бок с народами, не изгнали их, уже начали жить с ними бок о бок, заключили союзы и начали перенимать обычаи, и не понимая, как мы с вами говорили, что в эпоху судей не было четкого понимания, что такое идолопоклонство, не понимая, где границы идолопоклонства, а где нет, они стали там устанавливать какие-то фигурки на полях, там Астарты и Бааля, чтобы у них был лучший урожай, не задумываясь над тем, что это является прямым непосредственным идолопоклонством. Идолопоклонство было среди сыновей Израиля, и они как бы не были чисты перед Всевышним, и они потерпели поражение. Ответ пророчества предполагало, и как любое пророчество, что нужно очиститься, приготовиться,
подумать, раскаяться и только после этого выходить на войну. Но сыновья Израиля не сделали этого. Теперь здесь очень важна фигура Пинхаса. Да? Пинхас мы знаем с вами на истории, что на стоянке в Шитим, да, когда был Моше, и стоянка за Иорданом, последняя стоянка сыновей Израиля перед тем, как они вошли в землю Израиля, уже под предводительством Иошуа. Так вот, во время Моше, когда еще был жив Моше, мы помним, что сыновья Мидьян и Моаба присылают своих женщин для того, чтобы развратить сыновей Израиля, и колено Шимона, они увлекаются этими женщинами, учитывая, что запрета отношения с чужими женщинами нету в Торе, оно впоследствии вводится в эпоху Ашманаев как строжайший запрет, да, в то время нет. И они в этом, опять же, так как в идолопоклонстве не видят где грани, где идолопоклонство, а где нет, так и здесь не видят грани, не понимают, что Тора не всегда дает закон, как бы, который строго прочерчен. Тора очень часто рассчитывает на человека, оставляет человеку какие-то грани, какие-то области дозвольного поведения, допустимого, но она смотрит очень отрицательно на эту допустимую область и ожидает от человека, что он сам отстранится от нее. Да. Например, как мы с вами встретимся в книге Шмуэля сразу, да, вторая жена. С точки зрения Торы, момент разрешенный, с точки зрения Торы, мы не говорим сейчас о том, что мудрецы давно запретили этот момент, с точки зрения Торы, момент разрешенный, вторая жена, но она крайне отрицательно смотрит на это. Вторая жена допустима, да, только в том случае, если первая жена страдает бесплодием, да, тогда возможно взять вторую жену. Да? Но мы видим, что это остается непонятым, и уже в эпоху судей мы видим множество жен у руководителей, у таких, как Гедеон, у таких, мы видим множество жен, и понимаем, что это момент очень-очень отрицательный. Да? То есть у Торы есть закон, четко прочерченный, и есть закон моральный, который человек должен был понимать и осознавать сам. Да? Но это как бы в скобках для того, чтобы понять ситуацию. Вот сыновья Шимона, они идут к женщинам, а там, когда жених приходит в шатер, они поклоняются идолам. И вот князь колена Шимона Зимри приводит Казби, женщину из Мидьян приводит в свой шатер, в это время Пинхас входит в шатер и убивает их обоих. Да? И Зимри, и женщину, которую он привел в свой шатер. Есть недовольство колен и его поступка. Но Всевышний объявляет через Моше, что он заключает союз с Пинхасом. Да, вот, и для чего, как бы, я напоминаю эти вам моменты, я уверен, что вы их хорошо знаете, для того, чтобы представить себе Пинхаса. Да. Пинхас, он нетерпим к разврату, нетерпим к аморальному поведению, да, проявляет нетерпение. То есть, да, это как бы у него, как бы, когда он видит, ну, как сегодня говорят, когда он видит такое аморальное поведение, у него все зашкаливает. Да, как бы. Вот. С другой стороны, да, этот человек не только импульсивный, не только, скажем, да, раздражительный, не только непримиримый к злу, не только эти качества у него есть. Мы помним, что в начале
что в начале эпохи судей колено Рувена, Гада и Шимона, они возводят свой жертвенник за Иорданом, и это становится, чуть было не становится причиной междоусобной войны. Тот, кто гасит эту войну, тот, кто гасит назревающий конфликт, это Пинхас. Он нашел слова. Он нашел, как поговорить с коленами Рувена, Гада и Шимона, и как успокоить остальные колена. И он погасил войну, которая могла вспыхнуть между коленами в самом начале, когда только-только, еще даже не закончилась, начала заканчиваться война с кананскими племенами. Это заслуга Пинхаса. И можно было бы ожидать, что первосвященник, задача которого устанавливать мир в народе, то, что он сделал, он убил Зимри, это, скажем, случай исключительный, случай, который спас еврейский народ, случай, который показал недопустимость вот такого разврата таких отношений между мужчиной и женщиной, тем более с женщинами из чужого народа. Да, все это было как бы на тот момент это было правильно. Сейчас Пинхас должен был бы сообразить, понять, что его задача – это устанавливать мир. Мир между народом и Всевышним, мир между всеми коленами, да, он не понял. Он отреагировал так же, как на стоянке в Шитим. Он увидел мерзость, отвратительное поведение, разврат, жестокость, насилие. Да, и первое, что он понял, что лежит что является его обязанностью, это наказать преступников. В общем-то, он как это всегда бывало, в отсутствии четкой власти, так сказать, условно говоря, гражданской, в отсутствии судьи, он должен был бы являться руководителем народа, являлся руководителем народа, и прислушивались не только к Урим и Тумим, прислушивались не только к нагруднику, но и прислушивались к его слову. И здесь он мог бы как-то остановить этот конфликт даже уже после начала войны. Даже он мог бы привести, привести стороны за стол переговоров. Даже в этот момент Пинхас не понял этого, да, не понял ситуацию, и вот уже когда к нему пришли спросить Урим и Тумим, может быть, не спросили его, когда вышли на войну, но сейчас, когда дважды уже пришли к нему спросить Урим и Тумим, когда он увидел, что, несмотря на ответ нагрудника, сыновья Израиля терпят поражение, может быть, нужно было остановиться? Нет, он это не сделал. То, что стало для него главным, это прекратить это безобразие, это преступление, эту безнравственность в коленах сыновей Израиля. В этом есть, так можно сказать, рациональное зерно, понятное поведение наше. Если допустить, оставить такой момент безнаказанным, то сыновья Израиля воспримут это, молодое поколение, скажем, воспримет это как норму. Да? Или почти норму, допустимое что-то, насилие, да, до такой степени, что женщина умирает, да, бесчувственность человеческого, они воспринимают это как норму. И Пинхас считает своей обязанностью прежде всего наказать преступников. Да. И, по всей видимости, в этом есть определенная его ошибка. Может понимать, что ситуация очень трудная, что нет опыта объединения вот такого колен совершенно
разных, похожих на разные народы. Нету этого опыта, что с ними делать, как поступать в такой ситуации. Да? И Пинхас принимает решение, и он становится вдохновителем этой войны. Да? Вот. И Всевышний говорит: «Выходите завтра, предам я его в руку твою». Да? «И поставил Израиль засаду вокруг Гебы, и выступили сыновы Израиля против сынов Бениамина. Третий день». Да, вот, и здесь происходит сражение, в котором Бениамин терпит поражение, колено Бениамина терпит поражение. Вот, сначала они одерживают победу, но потом выходит засада, да, вот, и сыновья Бениамина обращаются в бегство и побежали, сказали: «Побежим и удалим его из города на дороге», да, то есть их преследуют, и все израильтяне поднялись с места своего, выстроились в Бааль-Тамаре, и засада Израиля ринулась со своего места из Маре-Гевы. То есть здесь можно было бы посмотреть схему сражения, но мне представляется, что в данном месте это не так важно. Важно, да, вот что. Да, «И поразил Бог Бениамина перед сыновьями Израиля, погубили сыновья Израиля в тот день 25 тысяч, да, 100 человек из колена Бениамина». И все они были обнажающие меч, не в городах никого не убивали, но воинов убивали беспощадно и преследовали их. Колено Бениамина было немногочисленным, и поэтому, если потери сыновей Израиля были велики, но для продолжения жизни они были неощутимы, то для колена Бениамина он был поставлен на грань уничтожения. Вот. А засада поспешила и напала на Геву, и стремилась засада в город, и поразила весь город острием меча. Поступили с ним, как с городом, да, в котором есть преступники, которые отказываются судить преступников, и поэтому они все виноваты в этом преступлении, исходили из этого. Да? Тут описываются детали сражения, опять же. Да? Израильтяне возвратились, то есть израильтяне сделали вид, что они отступают. Оробел Бениамин, ибо увидел, что постигла его беда. Да? Вот, они обращаются в бегство. И пало из Бениамина 18 тысяч человек еще, все люди мужественные, все те, кто с оружием. Да? Вот, и повернули они, побежали в пустыню к скале Ремой, но те добили 5000 человек, израильтяне добили 5000 человек на дорогах и гнали за ними до Гедома. Они видели во всех сыновьях Бениамина преступников, и в отличие от того, как поступили сыновья Бениамина, они преследовали всех и убивали всех. Да? Вот. Вот. Затем города, которые остались, как мы знаем с вами, что город, который остался без защитников, его очень трудно удержать, потому что некому защищать его стены. Вот, а израильтяне возвратились опять сына Бениаминова и поразили их острием меча весь город и скот, и все, что там находилось. Также все встречавшиеся города сожгли они огнем, да? То есть они истребили практически все население в городах, да, поступая с Бениамином, как
с теми преступниками, которые город, который полностью отошел от Всевышнего. Ужасная жестокость, да, вот. И мы можем себе представить, что во главе вот этой военной кампании и дух ее задает Пинхас. Да. Забегая вперед, можно сказать, что результаты этой войны были ужасающими, и сами сыновья Израиля ужаснулись делу своих рук. Но мы видим, что все, что делалось, делалось не очень-то продуманно и не очень-то в соответствии с судом, а скорее импульсивно. И мы понимаем, что когда Всевышний говорит: «Я отдам их в ваши руки», это совершенно не означает, что всех нужно истребить, всех мужчин, и тем более все население. Да, вот, и да, вот, и вот, как я сказал, забегая вперед, можно сказать, что Пинхас обвинил сам себя в том, что он не справился с ситуацией, он ее неверно понял, и он оставил первосвященство, оставил руководящую роль в народе, и он ушел в пустыню и жил просто в пустынной местности, постясь, раскаиваясь, пребывая в молитве за то, что он не сумел найти, коря себя в том, что он не сумел найти правильное решение в такой ситуации. Решение, которое было принято, оно, может быть, и соответствовало мере суда, но ни в коем случае не соответствовало мере милости. Последний рассказ рассказывается о том, что когда проверили, кто был в войске, оказалось, что никто не пришел на сбор в стан из Явиш-Гилада. Явиш-Гилад – город в Гиладе, как мы понимаем, на севере, в северной области земли Израиля, которая называется Гилад. Да? Вот. И решили поступить и жителями Гилада, Явиш-Гилада, по всей строгости закона, поскольку они не вышли на войну, то, что является преступлением, решили уничтожить город. Вот потом сыновья Израиля клянутся: проклят, дающий жену Беньямину, то есть они то немногое число людей, которое осталось от Беньямина, колено Израиля, сказали, что они ни за что не будут заключать союз, не будут заключать брачные союзы с Беньямином, не будут давать им своих дочерей, это их клятва. Можно в оправдание сыновьям Израиля и Пинхасу можно, скажем, оправдать можно их поведение, или, по крайней мере, объяснить тем, что ситуация, казалось, представлялась ужасной. Да? Такое жестокое насилие над женщиной, такая жестокость, и колено Беньямина не хочет принимать никаких мер. Мы понимаем с вами после всего рассказа, что можно было как-то ситуацию увидеть по-другому, да? Но, тем не менее, вот, при том взгляде, который был у сыновей Израиля, ситуация представлялась совершенно ужасной, и они просто не хотят своих дочерей отдавать за колено Вениамина. Потом они договариваются, чтобы в Шило, да, девушки водили хоровод, чтобы не нарушать клятву, и те юноши, кто остался в живых из колена Беньямина, чтобы они схватили, как бы украли для себя жен. И в уставе Израиля был древний обычай, 15 числа месяца Ава был праздник. Мы можем представить себе потом в дальнейшем, чем был этот праздник связан. Девушки водили хоровод около Шило, пришли юноши и схватили каждый выбрал себе жену и схватил ее.
И таким образом колено Бениамина имело какое-то продолжение и восстановило хоть как-то свою численность, и настало какое-то примирение между коленами, потому что мы видим, скажем, в эпоху Шауля, первого царя, который был из колена Бениамина, мы не видим никаких противоречий между коленами. Да? Вот. Но вот это вот, скажем, история. Да? В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему нравилось. Да? Этим заканчивается книга Шофтим, и мы представляем глубину этой фразы, да, что не только нету порядка, нету, так сказать, воспитательной работы, установления морально-нравственного уровня, нету порядка изучения Торы, нету стремления построить храм, нету вот этой хотя бы привычки приходить в Шило, некому обеспечить безопасность на дорогах и некому отдать царское распоряжение, чтобы в праздник все собирались в Шило. Всего этого нету, и все это, и еще, наверное, очень многое, вмещает в себя фраза «в те дни не было царя в Израиле, каждый делал то, что ему нравилось». Вот. И я позволю себе поздравить вас с тем, что мы добрались до конца книги Шофтим, судей. Мы посмотрели все основные моменты, ничего не пропуская в этой книге. Вот. А сейчас я остановлюсь и для того, чтобы мы с вами могли вместе обсудить этот материал. Сейчас мы посмотрим, как нам вернуться без проблем. Так. Вот, я вижу вас всех, да, и я вижу вас всех, я не знаю, сейчас видели ли вы текст. Был виден текст на экране? Текста не было, но мы в интернете следили. У меня просьба в таких случаях говорить, у меня текст стоит на экране, я не нажал одну кнопку, еще дополнительную, скажем, там две кнопки для того, чтобы перейти к тексту, я вторую не нажал. Я надеюсь, что текст у вас перед глазами. Ну, надеюсь все-таки, что мы немного потеряли. Вот, мы внимательно слушали, Рамзеев. Да, но все равно... Было очень интересно. Вот. Так что я думаю, что это не только интересно, это очень важно для нас. Понимаете, у нас есть тексты, и мы должны их прочесть. Читаются они очень трудно, читаются в смысле понимания. Хотя бы канву выстроить того, что написано, да, это же наша прямая обязанность как-то, и это дается очень трудно. Так что я хочу сказать, что это не только интересно, я надеюсь, что это интересно, я хочу сказать, что это очень важно. Очень важно для восполнения того недостатка, который у нас есть, вот такого некоторого пренебрежения своей историей. Может быть, не всегда удается сделать выводы, но прежде чем делать выводы, надо прочесть текст, понять событийность, причины, психологию людей, все это нужно понять. Вот, желательно сделать выводы, но опять же, даже если не удается сделать выводы, само понимание, оно просто необходимо. Все, я останавливаюсь, я жду ваших вопросов. Равзеев, если можно, такой вопрос. Ну, по итогам лекции создается впечатление, что все это скорее какое-то одно большое недоразумение, которое возникло между коленами, с одной стороны, но с другой стороны, все-таки по тексту можно видеть, что Всевышний предал колено Бениамина другим коленом. То есть все-таки, наверное, я из этого делаю вывод, что вина всего колена Бениамина была больше, чем остальных колен, раз такое было допущено. Вот я прав, не прав? Наверное, вы правы. Да, наверное, вы правы. И я только надеюсь, что мы не только взвешиваем кладем на чашу весов одну сторону и другую сторону, мы понимаем проблемы,
на проблемы колена. Общая глобальная проблема – это недопонимание. Да? Теперь, когда уже это недопонимание возникло, и это вина обоих сторон, да, когда это возникло недопонимание, уже есть вот ситуация, военная ситуация, то да, вина колена Вениамина она больше, да, потому что то, что им следовало бы сделать, да, это моментально разобраться с ситуацией, найти преступников, да, вот, выяснить эту ситуацию и обсудить ее с сыновьями Израиля, да, и самим устроить суд и наказать преступников, и тогда бы ситуация решилась. Они пошли по пути гордыни. Да. Что это вы нам будете указывать, что нам делать? На их стороне есть часть правоты, да, потому что есть человек, который пришел, взбудоражил все колено. Надо сейчас выяснить, кто, что произошло конкретно. Нельзя полагаться на свидетельство одного человека. Да. Все, то есть это полное, как бы полное отсутствие опыта, да, которое указывает на отсутствие четко установленного суда, четкого порядка среди колен. Порядок этот разрушается, и, конечно, с таким порядком невозможно было не то что объединиться, но с таким порядком невозможно было продолжать жить, когда отсутствует четкий суд, опыт этого суда, опыт руководителей, да, невозможно было. Но, как вы говорите, что если класть как-то на чашу весов, то, да, наверное, вина Вениамина больше. Да. Хотя нужно понимать, что это просто на столкновение сторон, из которых ни одна из сторон не права. Да, понятно, спасибо. Разеф, и вот этот вот момент, где по кускам была разослана женщина главам колен, и они это, ну, как можно вообще воспринять свидетельство человека, который рассылает куски тела другого человека? Это же как-то вообще анти. Совершенно верно. Да? То есть мы видим, что все работает на эмоциях. Да? Получили там, скажем, если представить такую страшную картину, руку женщины получила, какое-то колено, с ним пришел посланный, который рассказал, что произошло. Да, вместо того, чтобы ужаснуться поведению человека, который расчленил женщину, да, ужасаются, может быть, правильно, да, но забывают совершенно о том, что сделало колено Вениамина, и забывают о том, что, как вы говорите, что такому человеку нельзя бы было доверять. Да. Уж, по крайней мере, надо было бы 100 раз проверить то, что он говорит. Да? Ну, лично вот мое мнение, оно скромное, оно вообще отсутствует в целом. Но как-то вот по восприятию я бы задумалась, а какие качества у этого человека, что он смог так сделать? Безусловно. Это как бы так выпирает этот вопрос, выходит как бы из самого рассказа. Действительно, как можно было так сделать, да, вот, а если уж он так сделал, да, то надо было бы сказать себе: стоп, давайте подумаем, что здесь произошло, что это за человек, да, вот, это безусловно так, да. Спасибо, рав Зеев, спасибо. Есть еще что-то, что хочется спросить? Если можно, такой вопрос. Обязательно, да, конечно. Ну,
потом можно видеть, что остальные колена все-таки раскаялись, свое отношение поменяли. Это следует интерпретировать только как страсти, что называется, улеглись, или что-то другое сподвигло на переосмысление? Безусловно, были сделаны выводы, и да, мы видим Пинхаса, который исчезает из нашего поля зрения в дальнейшем. Он не является первосвященником, да? Он появляется значительно позже как пророк, но не как первосвященник. Мы, кстати говоря, с вами говорили, что он приходит как пророк, он приходит, если вы помните, в одном из рассказов, там, где сыновья Израиля плачут, когда приходит пророк и упрекает их в том, что они установили союзы с другими народами. Это тот же самый Пинхас, который послан Всевышним. Откуда он послан? Куда он приходит? Он приходит в Шило, приходит туда, где люди собираются. Он должен был бы быть там, он первосвященник? Нет, его уже нету. Да, это собрание в Бухим, в месте, которое называется Бухим, местом плача, хотя оно записано в начале истории эпохи судей, оно происходит позже той истории войны с Вениамином, о которой мы с вами говорили, и мы понимаем, что Пинхас ушел, его нету. Если он придет, то он придет откуда-то из пустыни, из пустынного места, придет как пророк, как посланник Всевышнего и уйдет обратно. Почему? Потому что он сделал вывод, что он не справился с ситуацией. Оказывается, что быть народом – это совершенно не то же самое, что быть отдельными коленами. Да? И быть народом, который состоит из колен, каждый из которых вживается в землю, решает свои труднейшие задачи, это еще труднее, чем быть народом в период такой интенсивной войны, которая была во времена Иошуа. Да? Все это было осмысленно, все это было понято, и были предприняты меры для того, чтобы подобное столкновение, подобный суд над преступниками, он больше не повторился в такой форме. Безусловно. Окей, спасибо. Что-то хочется еще спросить? Я, как всегда, запланировал большую программу, чем это можно сделать. Я приготовился с вами начать книгу Шмуэля, но мне кажется, что это не стоит делать, потому что получится скомканно. Мы лучше в следующий раз с вами начнем книгу Шмуэля и подробно посмотрим ее начало, поговорим о самой книге, о том, кто ее написал. Я думаю, что сейчас не стоит комкать этот момент. Okay. Большое спасибо за урок, Равзеев. Было очень полезно, как всегда, не только. Спасибо. Да. Еще раз хочу повторить, да, чтобы мы не забывали, что наша прямая задача – это прочесть наши тексты, да, просто понять, что происходит. Наша недостаток уже почти врожденный, что мы воспринимаем эти тексты как само собой понятные, разумеющиеся, да, к ним отношение такое, ну, здесь все понятно, что здесь понимать, да, вот, и поэтому мы многие важные уроки мы пропускаем, а иногда приходим и к абсурдным выводам. Вот, это то, что та проблема, которая существует с изучением Танаха, он кажется настолько близким, настолько родным, что тут нечего даже и анализировать. Хорошо. Я желаю всем
успехов, здоровья, хорошего настроения, поменьше страхов, то, чтобы совсем их не было трудно сказать, все-таки нужно опасаться и быть осторожным, но поменьше страхов, и чтобы все было в порядке, дай Бог, у всех. Хорошо. Большое спасибо. 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 И будьте, пожалуйста, берегите себя, будьте осторожны. Спасибо большое, надеюсь на встречу через неделю. Взаимно. Хорошей недели. Всего доброго. До свидания. Натан, мы закончили.